Бывший председатель Конституционного суда Александр Тенаси прокомментировал пакет законов по избавлению страны от олигархов, предложенный избирательным блоком АКУМ. По мнению Тенаси, ни один парламент не поддержит такой пакет. «Это невозможно, это фантасмагория, это высказывание, исходящее от людей, которые не имеют элементарного парламентского и административного опыта. Говоря об увольнении судей КС, мы должны понимать, что их нельзя уволить. Решение суда гласит следующее. Любое действие, которое может повлиять или будет предполагать отзыв судьи, является недействительным», – сказал Тенаси. Что касается отставки председателя Высшей судебной палаты, то, по словам экс-главы КС, не парламент назначил его, а Высший совет магистратуры. То же касается и смещения генпрокурора. Он назначается указом президента, а все действия контролируются Конституционным судом. Говоря о членах Центризбиркома, Тенаси отметил, что их также нелегко отстранить. Чтобы это произошло, должно быть основание. Если один из членов ЦИК является преступником, был осужден, в этом случае есть основания, но нельзя уволить весь состав Центризбиркома. Вся эта идея по деолигархизации не может быть квалифицирована с юридической точки зрения. Невозможно голосовать за нечто подобное. Если вы хотите передать обществу какое-то послание, оно должно быть реалистичным. Там есть некоторые предложения, заслуживающие внимания, но в большей части ни один парламент не проголосует за нечто подобное, заключил Александр Тенаси. Напомним, 12 марта блок АКУМ выступил с пакетом законов по избавлению страны от олигархов и призвал всех депутатов, которым не безразлична судьба государства, поддержать его на ближайших заседаниях парламента.